Сдача норм ГТО пользуется особой популярностью среди студентов. Ведь к баллам по ЕГЭ добавляют баллы тем, кто сдал нормы ГТО. Мы смотрели видеоуроки в интернете, смотрели, готовились. Ну, для поступления в университет. Баллы дополнительные. Есть основная программа нормативов, в которую входят бег, прыжки, подтягивания и прочие упражнения. А в трех возрастных категориях предусмотрена сдача нормативов по выбранному виду спорта. Например, лыжи, плавание, стрельба или самбо. Я считаю, что все-таки вот это добавление в программу ГТО вида спорта самбо, это немаловажную роль играет, потому что многие, особенно мальчишки, да и девчонки тоже это самое, хотят быть здоровыми и быть независимыми в нашем обществе, то есть сумели себя защитить как-то. И многие все-таки у нас сейчас занимаются, ну пусть даже не самбо, а каким-то видом из единоборств. Те же нормативы по самбо, вот приемы какие-то, страховки, они во многих видах единоборств даже существуют. Вот по технике схожие с другими видами единоборств. Те же падения, те же броски какие-то, ударная техника там с болевыми приемами. Есть схожесть с другими видами единоборств, но сейчас у нас в программе вид самбо. Сдать нормативы ГТО по самбо могут все желающие от 13 до 29 лет. В этот раз принимали нормативы у спортсменов 13-18 лет. Это не показательное выступление или борьба, как на соревнованиях, а демонстрация определенных приемов. В каждой ступени немножко разные требования. Это первым идет элементы самостраховки, затем идут броски, либо удары, уходы от ударов, болевые приемы. В общем, от разной ступени, соответственно, разные требования. Раньше норматив ГТО, ну, вообще недавно введен. И я думаю, мало где принимается. Соответственно, у нас вот сегодня первый день, когда мы решили объявить о том, что мы будем его принимать, потому что самбистов у нас много. И это очень хорошо, что данный вид спорта внесен в список ГТО. Я считаю, этот норматив одним из самых необходимых. Вот, очень уважаю этот вид спорта. И многие ребята, самбисты, например, захотят получить золотые знаки кому-то для поступления в ВУЗ. Да? И я считаю, это им большой пользой пойдет. Это первый опыт сдачи нормативов ГТО по самбо. И в дальнейшем планируется создать условия для сдачи нормативов и по другим видам спорта.